все врет. Как вы заметили, мои превью немного изменились. Это благодаря некоторым программам, которые я сейчас использую. И сегодня я расскажу, как делать такие же превью, как у меня. Да и, в принципе, как делать красивые превью. Для начала я расскажу про приложение для редактора фотографий. PixArt. Это мое основное приложение, я им довольно долго пользуюсь. В нем я делаю вот такие вот тексты. Знаю, что существует приложение для текстов, это PixelLab. Оно не очень удобное лично для меня. Это приложение для фильтров, в нем много всяких интересных фильтров, которые я использую. И, наконец, Photoshop Express. Это тоже приложение для фильтров. Это все три программы для монтажа, которые я использую.